Добрый день, друзья! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Сегодня приготовим дрожжевые марокканские блины на манке. Они получаются очень вкусные, пронизанные все мелкими пузыриками, а приготовить их несложно. Такие блины получаются как будто махровые. Вкусно очень подавать их с медом, с вареньем, да и просто так. В описании под видео указано количество ингредиентов. Мы с Сашенькой желаем вам приятного просмотра. Если вы еще не подписаны на наш канал, приглашаем подписаться. У нас очень много вкусных и простых рецептов. В миску наливаю теплую воду, добавляю сухие дрожжи, всыпаю сюда 3 столовых ложки сахара. И все хорошо перемешиваю до растворения дрожжей. Вбиваю одно яйцо, присаливаю, опять перемешиваю и всыпаю манку. К муке добавляю разрыхлитель и просеиваю. И замешиваю тесто. Довольно жидкое оно получается. Накрываю его пищевой пленкой, убираю в теплое место на 30-40 минут. Тесто у меня растаивалось полчаса. Посмотрите, как оно хорошо подошло. Перемешиваю и можно жарить блины. Жарить буду на сухой сковороде с антипригарным покрытием. Наливаю половник теста и распределяю. Жарим только с одной стороны на среднем огне до золотистости. Когда блинчик не прилипает к руке, значит он готов. Снимаю на поднос. И таким же способом, не смазывая сковороды, жарю все блины. Посмотрите, как они сразу же пузырятся. И будьте уверены, что они хорошо прожарятся с одной стороны. Вот такие блины замечательные получаются, с виду очень красивые, посмотрите, но как будто действительно махровые, все-все в мелких дырочках. На вкус такие блины отличаются от традиционных, но очень-очень вкусные. Сашеньке такие блинчики понравились, так что смело можем вам рекомендовать готовить. Мы благодарим вас за просмотр, желаем вам приятного аппетита и отличного настроения. Если это видео вам понравилось или было чем-нибудь полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые рецепты. Поделитесь этим видео с друзьями, будем вам очень благодарны. Смотрите другие наши ролики и помните, лучшее впереди. Всем добра!